Не приехал сегодня. Ой. Жека, Жека, Жек, Жек, вот такие, Жек. Ребята, не стоим, ребят, не стоим сзади. Сейчас. Thank you.
Держать.
Thank you.
хочу. Он мне прям его отбежал! Летай, летай!
Ворон. Стой. Thank you.
Время. Доктор вырыл. Лежать, лежать!
Thank you.
Тяжелая игра, достойный финал. Поздравляю с победой. Какие впечатления от сегодняшнего матча в принципе и от финала в целом, от двух поединков? Финалы всегда, скажу, выигрывать очень приятно. И я скажу, что мы этот финал посвящаем тем людям, которые за нас болели, дорогим и любимым нам людям, которые за нас болели, им посвятили чемпионство. Я скажу, финал был достоин, ну, достоин именно такого накала. Победить могла как и одна, так и другая команда. Я скажу, удача, может, была чуть-чуть на стороне нас, но в целом скажу спасибо команде «Финкор» за то держание нас в тонусе и завоевание. Если бы не они, наверное, мы бы так не собирались духами, не выигрывали все остальные оставшиеся игры. Парадокс, но именно первое поражение, которое у вас в сезоне было, получается, пришлось именно на финал. Как думаете, если было там, если была возможность поменяться, вот какой-нибудь другой матч заменить на поражение, вы пошли на это или все-таки результат закономерный, вы играли по счету? Нет, результат закономерный. Опять же скажу, поражение — это чуть-чуть, опять же, психологическое состояние нашей команды. Уже думали, что тем более у «Финкора» не играл лучший бомбардир «Мельник». Это тоже так же сказалось. Психологическое состояние у каждого с души не вырвешь. И где-то, как я не настраивал команду, я говорил, что ребята «Финкора» отыграют за «Мельник». А так оно и получилось. Вот. И игра была, стоила свеч для болельщиков и для всей аудитории. Именно тех людей, которые смотрят «Брен-лигу», которые ее организовывают, которые в ней участвуют. Подводя итоги сезону, подводя итоги всем матчам, которые сыграл «Укрметр» и «Тест-стандарт», какую оценку вы можете поставить команде и какие, может быть, если есть они, то какие минусы вы можете найти у игры «Желтых» на данный момент? Ну, я скажу, тренер всегда относится к играм, к своим подопечным с такой, я бы сказал, чуть-чуть... В каких-то эпизодах люди, я недоволен некоторыми эпизодами, некоторыми проведенными моментами на площадке. Да, можно сказать так. Вот. Но в целом я ставлю, если мы достигли той задачи, которую мы выполнили, то в целом оценка 5. Это заслуга всего нашего коллектива, начиная от руководства до тренировочного процесса, до тех людей, которые верили в нас и нам помогали. Спасибо большое за сезон. Удачи. Матч, достойный финал. Какие впечатления у вас от сегодняшнего матча и от двух противостояний, в принципе? Ну, команда суперника сильнейше индивидуально, но мы хорошо играли командно и віддавалися. И сегодня мы проиграли и по рахунку, и по грі. Ну, в результате програли загально. Как думаете, результат сегодняшний по игре или множество из тех нереализованных моментов могли бы все-таки переломить поединок? Ну, конечно, что мы могли их выиграть. Ну и они, понятно, что играли від рахунку. То есть, если бы рахунок был інший, они бы тоже по-іншому играли. Тому, я не знаю. Конечно, прикро, что были моменты и забывать. Мабуть, у них тоже были. Так. Если смотреть на сезон в принципе, какую оценку можете поставить «Финкору» за тот результат, который в этом чемпионате вы показали? Відмінно. Одного гола не вистачило. Десь в минулій грі десь один гол привезли собі, один гол судді ідіотські зарахували. В цій грі теж, видно, судді просто не знають правил. Не то, що не кажу, що вони там погані люди, вони просто банально не знають правил. Коли гравець хапає руками ззаду, це тактичний фол, це жовта карточка, це, нема тут варіантів. Це просто незнання банальне. Тому треба працювати, треба читати книжки трохи, вивчати правила, якби. От така моя думка, що турнір прекрасний, а суддійство на цьому турнірі слабе, в першу чергу в плані того, що люди не знають, як трактувати момент. Помимо судей, помимо таких спорных моментов, как думаете, чего могло не хватить «Финкору» для того, чтобы сегодня все-таки дожать, добить один или два гола? Ми сьогодні зробили все, що могли, і зіграли відмінно. Нам не вистачило попереднього. Спасибо большое. Дякую.